Я тебе не буду, 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 не
Thank you.
Готово, начинайте. Условия поем все вместе. Так, чтобы небо опустилось. Совсем. Thank you.
Сюда оно сошло вот сейчас, прямо небо открылось, просто Иисус начал касаться каждого сердца, встречаться здесь с каждым. Я не знаю, как для вас, для меня, если вот слава Бога не сходит, мне ужасно скучно. Я не могу, если Бога нет в его реальности, мне хочется уйти из этого, я пошла. Но когда он приходит, я готова там хоть до утра с ним, да, потому что его нет, мы там будем славить его 24/7 на небе, и мы не устанем. И у него всегда новости, и он всегда приходит не так, как вчера и третьего дня, я каждый раз не знаю, что будет. Я в восторге, что небо открылось, он здесь. И спасибо вам, что это случилось, благодаря вам.
Но для этого нужно было открыть уста. Для этого надо было зазвучать. И когда мы вместе звучим, мы творим невозможное, потому что такой фигуры дьявол не знает. Потому что мы один, нас легко сломать. Когда двое, очень уже сложно. А когда нас больше, чем два, это вообще неизвестная миру фигура. И он не знает, что с нами делать, как с нами разбираться. И он не может нас остановить. Просто не может. А мы можем. И мы каждый раз творим историю. Я увидела, когда зашла, села за стол, Мария только начала говорить, и на меня сошел Бог, я не могла есть, я не могла пить. Я сегодня целый день молилась, говорю: Господь, ну дай мне слово для молодежи, для Германии, дай мне что-нибудь, дай мне себя. И он просто как бы, ну да, хорошо, я есть, но я его не чувствовала. Только я сюда зашла, а мы ехали из Берлина сюда, то есть примерно 6-7 часов, там, может, чуть больше. И как бы только я зашла, и Бог мне начал: я здесь. Он говорит: это все мои люди, я их собрал, я их люблю, я буду о них заботиться, я буду оберегать, я их сам поведу, да, как в Исаии. Он сказал: держу тебя за руку и поведу. Потом он мне сказал: что ты беспокоишься, я сам все сделаю. Действительно, он начал сам делать, сказал Марии, для Алексея целую программу высвободил. Потом вот я для кого? Для Никиты получил слово. И я чувствую, что его присутствие, оно нарастает. Это время последнее, все будет очень быстро, радикально меняться. И когда вот это... Дай картину. Сюда этот флаг. Вот, споем или? Еще споем, ладно, пока он. Я просто скажу два слова. Вы, наверное, видели, может, мои эфиры, может, не видели. Когда было пробуждение на Азузе 100 лет назад, сказали, что через 100 лет будет пробуждение снова. И когда я приехала на эту конференцию чисто случайно в Америку, и мы чисто случайно попали на конференцию до конференции, Бог сказал: поедь на Азузу, а конференция только послезавтра. Я говорю: ну поехали, приезжаем, а там конференция полным ходом, поклонения, пророчества, все дела. Я увидела корейцев, и у них был такой флаг. Я когда его увидела, он совсем такой, чуть-чуть более блеклый, и с веточкой голубь был. И я его увидела, я замерла, я так стою, думаю: все, я никуда не иду. Я стою здесь. Я думаю: так тогда думать, израильский флаг переделать. Но тут очень много тайны, так-то сам по себе флаг, он тайна большая, по семи печатями, вот здесь вот как бы внутри сам Господь, а это семь духов Божьих, ну шесть, да? Здесь получается небо с землей соединяются, да? Вот, ну как бы две реальности встречаются. И когда мы влияем на небо, небо влияет на нас. Видите, вот эти два треугольника, видите? Вверх, вниз, вверх, как две реальности, видите? И оно само по себе тайна. Тот, кто получил эскиз этого флага, это была женщина золота, Фрэнсис, которая, да, это ее эскиз. И когда я это увидела, у меня тут замер. И, знаете, я с какого, 16-го года искала этот флаг. Я нигде не могла его заказать, я нигде не могла его найти. Я просила всех, кто печатал флаги, напечатать. И ничего не получалось. И вдруг в Питере Сергей, после моих, там, не знаю, 3 лет ожидания, вдруг он решил, говорит: я тебе сделаю. И я приезжаю, мне дарят этот флаг в декабре. И я так рассказываю всем про флаг, говорю: видите, как круто. Семисвечник, видите семисвечник? Да? Mm-hmm. Так вот, Маген Давид — это зашифрованный семисвечник. Никто не знает, но это как раз-таки семь духов Божьих. Это 6 дней, да, и 7-й Господь Шаббат. Тут все. И тут они делают вот этот вот семисвечник, он горит. А когда он горит, это значит пробуждение. Это значит, что? Что такое, когда семисвечник на всем? Когда семисвечник горит, это значит, что Божье присутствие есть в храме, есть в народе, есть в доме. И когда зажигается этот семисвечник, то все знают: Бог здесь. Почему вот этот огонь, который сошел в скине, его нужно было хранить, священники по ночам не спали. Был один бодрствующий всегда, чтобы огонь продолжал гореть. Именно тот сверхъестественный первый огонь, который сошел от Бога, не тот, который люди зажигают. Почему умерли там 2 ребенка первосвященника? Потому что они обычный огонь взяли и пошли, вот так не катиться. Надо гореть вот этим огнем. И вот представляешь, они это делают. Я нахожу этот флаг, всем все рассказываю, прихожу в номер. Бог мне говорит: ты ничего не поняла. Я говорю: в смысле? Он говорит: это поцелуй с Азузой. Аллилуйя. Это поцелуй с Азузой. Будет пробуждение. И я говорю, что оно придет через Духа Святого, да, и через Царя Царей. И видите, получается тоже интересный образ. Голубь – Дух Святой, орел – это тоже Дух Святой. Одна из его граней. Два. Агнец и лев. Слышали такое выражение? Это тоже два. Это то же самое – Иисус и Дух Святой. И когда надо быть львом, не будь овечкой. И когда надо быть овечкой, не будь львом, и наоборот. Иногда Дух Святой приходит тихо, в нежном веянии, да?
А иногда он приходит мощно, когда накрывает и сносит. Здесь сейчас он мощно пришел и тихо одновременно, потому что всех накрывает, я верю. И Господь прикасается особым образом. Но, по крайней мере, когда я сказала с поездкой, я говорю: Господь, что мне брать? Талит? Ну, так взяла, уже хотела положить, он говорит: нет. Шафар? Посмотрела, он тяжелый, мне, ну, реально не дотащить. Она говорит: нет, нет. Боже мой. У меня после взрывов у нас в Израиле, у меня реакция бурная. У нас такие бумы, взрывает же он бандат там, и как бы ты уже думаешь, где там что. Вот, и короче говоря, флагов именно этот заяц. Я думаю, зачем? Когда я делала на Никиту, поняла про Азузу, надо вам сказать, что здесь будет это пробуждение. Здесь, в этом доме. Я захожу, меня накрывает Бог. Я начинаю пророчествовать за столом и вижу, что весь дом в огне. Он как открытый жертвенник до неба. Огонь просто горит. И сейчас я молилась за Никиту, у меня вся в огне. Там молилась за Гордея, опять зажглась. Думаю, это я, что ли? Нет, это не я. Это Дух Святой исходит просто мощно. И прям вот голова плавится, как будто уже даже нет реальности. И вот когда мы сейчас все вместе пели, то каждые уста, они очень важны, да? Когда ты говоришь, ты меняешь реальность, ты меняешь, ты трансформируешь, да? Мы слова можем менять. А сейчас наступил год 5785. Слышали, наверное, я делилась у меня на канале. Я думала, что такое 85? 80 – это говорить. 5 – это благодать. Представляешь, это Бог будет говорить своей благодатью. А как Он будет говорить? Не нужны мы, наши уста. И всегда важно хранить свои уста. Что ты говоришь, чтобы ты глупости не говорил про себя, например, да? Вот, например, хочу жениться и женюсь, когда придет время. А не хочу, например, жениться, да, не думал об этом, например, да? Потому что когда ты говоришь «не хочу», то ты отрицаешь какие-то вещи, ты останавливаешь процесс, а так ты запускаешь, чтобы это случилось в свое время. Я высвобождала людям машины, ну, не я, Господь говорил: «высвобождай», я высвобождала, молилась, чтобы были машины. Я не знаю, откуда они возьмутся, мне как, Господь сказал, я отдала, я почтальон, я телеграмму принесла тебе, вот она твоя, дальше это твои вопросы с ним. И я высвобождала, высвобождала, и мне начали писать один за одним. Мы стояли и говорили: аминь, мы не знаем, как будет машина. И говорит, она пришла, приехал брат и говорит: я покупаю тебе машину. Другая говорит: а мне просто принесли с бантиком, поставили, сказали: это тебе. Третья говорит: мы не собирались обновляться, я с ними виделась месяц назад, ну вот у нас новый херувим. Просто потому что молитва высвободилась, и кто-то просто сказал: да, я хочу. Я не знаю как, я без понятия, как это будет, но это будет. Знаешь, как вера работает? Мы когда покупали сюда билеты, вот интересно, было много вариантов. И почему-то эти даты мы взяли, потому что цены были космические. И я говорю: давай возьмем Эляль, полетим на израильских авиалиниях. И я говорю: в августе, когда ничего у нас еще не происходило, я говорю: а вдруг будут менять полеты, это точно не отменится. И мы еще 10 раз думали, не думали, как берем Эляль. И мы взяли Эляль. Что ты думаешь, в Лондон я не попала на прошлой неделе? Ну, я должна была в воскресенье быть в Лондоне. Все билеты отменились, мой билет отменился, я не могла новый купить никак, ни в какой фирме, никаким образом, ну никак. Они мне говорят: ну ты в Германию не долетишь. Я говорю: в Германию я долечу. Потому что мне Господь сказал взять Эляль. А Эляль переводится «Бог над». Бог над, Он сверху, и Он не опоздает, да? И мы прилетели, они все: ну что, вы долетели? Говорю: прикинь, долетели. А все такие: вы только не долетите, может, вам лучше в Израиле сидеть под бомбежкой. У нас сирена за сиреной, знаешь, как во Второй мировой войне. Там сидишь, побежали спрятаться в убежище. Но кто-то так, а я лично в ванную комнату, думаю, туда не долетит, если что. И начинаю молиться, мне нет сил бегать по этажам, короче, в бомбоубежище. Но к чему говорю, что когда Бог, как работает вера, когда Бог тебя отправляет, слушай сердце свое. Бог тебя отправил, ты нашел что-то, что соответствует твоему сердцу. Теперь уже строй дальше планы и говори: да, аминь. Я не знаю когда, я не знаю как, но я согласен. Да? Потому что эта женщина с Калининграда, она говорит: я говорила да на машину, я не знала, как это будет. Ты приехала к нам в Калининград, опять высвободила машину, я опять сказала да. И говорит: не знала, зачем, говорю, да. Но потом брат приехал, говорит: у меня ремонт и машина. Понимаешь, оно так работает. Ты соглашаешься с Богом, с Божьей волей, с Божьим планом, с Божьим пророчеством. И он начинает двигаться в этом. Вот, например, за 2 дня до поездки у меня было слово, или 3 дня, уже не помню точно, что называй несуществующее существующее. Аминь, это очень мощно. Подумай, его нету, но ты говоришь, как будто есть. Этого нету, в принципе, нету, нету, невозможно. А ты говоришь: нет, есть.
И ты фактически в этот момент это сотворяешь. И тогда из невидимого происходит видимое. И что Бог говорит? Не получайте, потому что не просите. А если просите, не добро просите, но другая. Но вот тут очень интересно, называй, называй, называй. А как назвать и взять? Из пророчеств. Перечитай пророчество о себе. Говори, я буду на стадионах, там, я не знаю, я буду в международных поездках, я увижу спасенную молодежь, я увижу спасенную семью, я увижу, там, не знаю, свадьбу свою, своих детей, детей своих детей, да, там, ну, говори, я буду пророком, я буду сильным воином, я буду сильным молитвом. Говори то, что ты хочешь, чтобы было, потому что все время мы говорим, что мы не хотим. Правильно? Ну, не хочу в туалет, не хочу туда, не хочу сюда, это мне не нравится, это мне не нужно, да? То есть я сам себе как бы все время программу проговариваю. Бог говорит, начни говорить несуществующему, стать существующим. Тогда из невидимого будет видимое, тогда что я? Невозможное станет возможным. И нереальное будет реальным. Это только так, когда ты говоришь, и как раз это год говорящей благодати. Соответственно, атака будет какая? Говорить гадость. Как защищаться? Ротик на замочек. А если уже вырвалась, тут же разбиваю, разрушаю, на букву разделяю, не повторится, не случится, да? Потому что нам часто будут ставить какие-то подножки. Вот у меня, знаешь, я прилетели, машину взяли, тоже чудо. Мы ни разу не повышали вот просто так, чтобы вот просто так на бизнес-класс. Вот я пришла, и как бы и меня повысили. Сейчас? Я думаю, это приятно, да, в этом полете. Меня и там. И так такой, я молился, Бог меня услышал. Я говорю, понятно, кто молился, кто просил. Бог его услышал. И нам подняли. Приходим, я заказала одну машину, хотела такую, как у себя машину. Митсубиши у меня, бампер. Думаю, классно было бы Митсубиши снять. И прихожу, но нету там на съем этих машин, просто нет. Но я заказала там Seat Aruna. Прихожу, говорю, ну что, где Seat Aruna? Он говорит, нет, у тебя будет Митсубиши. Я говорю, что-то мне послышала, думаю, какая машина это будет? Мне говорит, Митсубиши. Я беру эту Митсубиши почти как моя, только новая. Не 17-го года, это 23-го, наверное. И такая крутая, и удобная, и еще полуэлектрическая. Сегодня я ее наполовину разобрала, не могла найти, как заправиться. Ну, в общем, это было не без приключений. А? Воду надо. Нет, там не воду, там просто у всех нормальных машин рычажок, а тут нету. Я открыла все, что можно и не можно. Я бегала за людьми, говорю, помогите, пока ты мой клиент. Это было кино. Оказалось, что там кнопочка с заправкой нарисована. Я так под рулем, но я не видела. Ну это, короче, апгрейд, который... Ну я, честно, стресс пережила. Думаю, ну все, высшее образование надо получать, чтобы машину заправить. Хотя оно у меня есть. Но это просто смешно, даже без приключений, как без пряников. Поэтому Митсубиши мне апгрейд сделали. Я думаю, Господь, ты в таких мелочах. Вот ты просишь, думаешь, Господь раз и тебе тут же дает. Вот тут же дает, реально. Сейчас думаю, какой-нибудь мужчина бы подъехал бы, интеллигентный немец. И помог бы мне найти кнопочку. Слушай, минута проходит, подъезжает. Так я уже не знала, за кем бежать. Я ему говорю, иди сюда, помоги. Может, я там что-то вытащила, и там, короче, у меня там провода торчат. Надеюсь, что-нибудь потом вставят. Я к чему говорю, подъехал и помог. И это чудо, знаете, к чему говорю? Когда вы просите, вы будете получать. Когда вы будете искать, он будет делать сюрпризы приятные, удивительные. Да? Это зачем мне было в августе говорить, что будет в октябре? Что давай летим так, чтобы нам не отменили. Сейчас реально никакие компании не летают, только Эляй. Вот представляешь, что, для чего нужен пророческий дар? Для того, чтобы смотреть чуть-чуть вперед. И когда Господь говорит, ну заплати подороже, зачем подороже, вот там другие подешевле есть. Но он тебе говорит что-то. Сделай то, что он говорит. Потому что когда ты сделаешь то, что он тебе говорит, ты получишь результат. К чему это я? Зачем-то надо было вам это рассказать. Вот. И вот это вот помазание Азуза Стрит. Оно уже побывало в разных местах, ну, как бы, пробуждений, на разных конференциях. На нем есть помазание огня. Наверное, ты почувствовал, когда сидел, да, немножко? Ты можешь еще раз посидеть. Оно сильно работает, как бы. Я вижу, что Иисус прикасается, Дух Святой прикасается, и все функции Духа Святого, и вот это орел, и голубь, и лев, и агнец, они становятся как бы твоими. И вот видишь, ты стоишь, как бы, извини, под защитой, да? То фактически это талит. Потому что когда был сделан флаг, он был сделан как талит. Талит — это молитвенное покрывало иудеев. И каждый должен был смотреть на флаг, вот если убрать все атрибуты, и знать, наш покровитель Бог.
Когда мы молимся, то Бог нас слушает. Почему эта женщина золота Фрэнсиса, она получила этот эскиз? То есть это тайна. Вот ты смотришь, ты ничего не видишь. Просто Магенда Вид, просто звезда. Она не просто звезда, это и все дни недели, и шаббат. Это и когда ты молишься, небо реагирует всегда на землю. Это когда ты стоишь с поднятыми руками, Бог всегда покрывает тебя своими руками. Когда ты просишь о чем-то, Он отвечает. Да? Это и о семье, мужчина и женщина. Да? Например, один треугольник. Помните, раньше на туалетах были треугольник мальчик? Треугольник девочка, да? Только с головами. Ну, с головами, ну треугольник, наверное. И получается, что треугольник — фигура целая. И второй треугольник целая. Но вместе — это семья. А когда вместе, в центре должен быть Господь. И если в центре Господь, тогда живут все хорошо. Когда Господа нет, тогда огонь. Просто сходит и пожирает, да? Слышали, склочные такие семьи, где ругаются, где нервничают, почему? Потому что Бога нет основания. А когда, откуда это берется? Из иврита. Потому что мужчина на иврите — это Иш, а на женщина на иврите — это Иша. А огонь на иврите — это Эш. Иш, Иша. Слышите, там корень. И Юд, И, вот это И. Это мужчине дано. Юд, Гей, Вав, Гей. Юд, И первое. И Гей дано женщине. И когда получается имя Бога, Я, Яхве, вместе, тогда шалом, тогда благословение на детях, на всех днях недели, тогда Бог отвечает, тогда все прекрасно. И это тайна. И фактически, когда евреи молятся, откуда это пришло, это молитвенное покрывало, то есть они как покрываются, стоят и молятся, да, говорят во весь духовный мир фактически, что они невеста. Это знак для ангелов. Мы невеста, да? Или на земле, как и на небе. И когда они вот так стоят, они еще всегда вот так молятся. Это невеста. И ангелы знают, это невеста. А другие люди думают, подумаешь, какая-то белая тряпочка с голубой. Какая-то странная. Мне говорили в Англии, звезду Молоха, что вы ее почитаете? Мы ее почитаем, потому что мы знаем, в чем тайна. Потому что Бог, Он всегда все облекает тайну. А нам потом разъясняет, как Иисус разъяснял. Я когда это поняла, я думаю, вау. Я сначала сама это расшифровала, а потом я услышала, что это Фрэнсис в духе получила, послала и правительство приняло. Представляете, у нас вообще все атрибуты Израиля, все. Вот Марина расшифровала, что у нас есть герб Израиля. Это две маслины, вот так. И минора вот эта вот в середине. Фактически Захария 4 глава. Ну кто знает? Кто смотрит, кто поймет. А Захария 4 что говорит? Не могуществом, не силой, но духом моим, говорит Господь. То есть все атрибуты страны и народа, потому что мы все Израиль, да? Они все связаны с тайнами. И вот этот семисвечник мне Бог показывал, когда он горит, значит, Божье присутствие есть в народе. Когда не горит, значит, нету. И вот здесь он как раз зажженный. А там, когда я была на Азузе, он был не зажженный. У меня даже есть фотки, я потом вам покажу, если хотите. Мне это было очень сильно. То, что хотела сказать. Поэтому это год говорящей благодати, нужно говорить. Нужно говорить, нужно освобождать, нужно активировать. И нужно как бы готовить путь. Да? Потому что пока ты не примешь решение, не придет благословение. Кто бы ты принял решение, например, двигаться, не знаю, там, что-нибудь создать, или что-нибудь начать, или куда-нибудь поехать, или что-нибудь купить, то надо именно проговаривать это и уже как бы иметь намерение с реализацией. То есть, ну, когда ты идешь покупать, например, компьютер в магазин, все, ты решил, что ты покупаешь, да? Просто вопрос, где ты это сделаешь. Да, и люди, вот продавцы, они видят, кто пришел покупать, а кто пришел поглазеть. Они сразу же, да, вам помочь, там, но они прям видят. И они, если видят, что отходят. Замечали такое? Потому что когда ты вознамерился, то ты придешь, и у тебя получится. Когда ты не вознамерился, у тебя не получится. А как ты вознамерился? Как женщина, страдающая кровотечением, она ходила внутри себя, проговаривая. Прикоснусь к нему, исцелюсь. Только докоснусь, исцелюсь. Она сама себе говорила, что с ней будет. Она создала эту программу. И когда мы говорим, сейчас приду домой, меня там, не знаю, дети достанут. Придешь, достанут. А если будешь думать, я приду домой, сейчас мы классное время проведем, пообщаемся. И все будет по-другому. Ты фактически создаешь другую реальность, когда ты проговариваешь про вещи. Вы со мной? А он говорит, называй несуществующее, как существующее. И из невидимого придет видимое. Я думала, а что такое невидимое? Это как раз дух. В духе, в книге, на небе, Библия, да, она же с неба пришла.
там все о нас написано. И вот мы когда сейчас начали поклоняться, небо открылось, ангелы пришли. Я понимаю, что вы все люди призваны для этого сезона, в это пробуждение. И Господь будет каким-то образом мощно двигаться через вас. Кто-то будет ездить много, я видела. Я видела, что какие-то книги будут написаны. И ощущала, что просто Господь будет особо посещать вас. И у тебя, Ян, будет много удивлений. Ты книгу не хотел писать? Ну, вижу, что будешь, захочешь. Причем, может быть, даже электронную, в планшете. Когда станешь известным, мы с тобой дружим. Хотя мы освобождаем эту программу победную. Завтра, кстати, судный день. Это ты, Марина, наверное, скажешь, да? Нет? Завтра день суда, судный день. Есть такие праздники Господни, знаете? Есть праздники Господни, которые Бог определил, чтобы они были. Вот мы сейчас находимся в разгаре. Сейчас был Роша Шана, это голова года, да, или праздник труд. И Роша Шана – это день сотворения человека. В этот день как бы был сотворен Адам. И в этот же день каждый год решается то, как проведет следующий год. Да, ну, например, вот я смотрю на тебя, да, ты хорошо пожил. Ну да, я определяю, будешь жить еще. Сколько у тебя будет денег, где ты будешь работать, как у тебя будут дела. Все это определяется именно в Роша Шана. Роша Шана был 2-3 октября. Через 10 дней у тебя получается, наступает судный день. И вот он завтра вечером наступит и будет длиться субботу. Да? Обычно в этот день носят белое, постятся и просят Господь, мы можем лучше. Делай нам там, пожалуйста, получше вердикт на следующий год, побольше денег. Чтобы мы жили, чтобы, ну я утрирую специально, но вы понимаете, да, что благослови мою жизнь, чтобы мне было получше в этом году. Да, то есть он как каждый человек проходит под рукой считающего. И в конце Йом-Кипура, ну, получается, в субботу вечером, трубят шафары, 120 шафаров, и закрывается небо. А за 40 дней до Йом-Кипура начинают трубить шафары по всему Израилю, везде, 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 для того, чтобы напомнить всем о том, что пришло время каяться, вспомнить о Боге, обратить внимание на свою жизнь, подвести итог за год, что-то от чего-то отказаться, к чему-то, например, прилепиться, что-то сделать лучше. Да? Вот как мы шкаф перебираем два раза в год, да, перед летом там, или перед зимой, и мы какие-то вещи выбрасываем, что-то оставляем, да, ну как бы нормально такой, ну и понимаем, надо купить новые штаны. Кто-то раз в месяц перебирает. Ну, кто-то раз в месяц. Да? Ну, по-разному, смотря тому, что переворачивать. Тут раз-два след. Ну, тут раз-два след. Но обычно два раза в год меняется гардероб, да, с летнего на зимний, с зимнего на летний. И не нужно выбрасывать. Вот примерно так же с нашей жизнью мы сталкиваемся, вот есть какие-то остановки в пути, и мы можем пересмотреть как-то свою жизнь, принять какие-то решения, чего-то избавиться, с чем-то согласиться, что-то добавить, да, что-то начать, что-то попробовать, в конце концов. Дорогу осилит идущим. Попробуй писать. Начни. Я когда-то решила писать книгу, я ее еще не писала, но пару глав у меня уже есть. Я решила, буду писать одну строчку в день. Открыла планшет и поняла, что это проще, чем мне казалось, и писала 3 строчки в день. Несколько глав написала, потом мне надоело. Но в принципе можно довести проект до конца. У меня он назывался «Поклонение как образ жизни». Ну, к примеру, да? У тебя может быть там, не знаю, мемуары Яра в Германии. Ну, к примеру. Вот, в таком духе. Ну, то есть, и как бы начинаешь, главное, что ты начинаешь пробовать что-то новое. Когда ты начинаешь пробовать что-то новое, и при этом ты правильно что-то говоришь, и Бог тебя усиливает в этом, Он тебе помогает, Он тебя поддерживает, тебя подкрепляет, исцеляет, да, дает тебе силы для следующего шага. Главное попробовать. Тебя Господь исцеляет, тебя забирает какую-то боль, одиночество и дает тебе радость, и тебе надо танцевать. Каждый раз, когда тебе плохо, тебе надо просто танцевать. А чем хуже, тем выше прыгай. Прям прыгай, как на батуте, прям вот сильно-сильно, и Господь реально тебя вот даст выпрыгнуть из любых обстоятельств. И я вижу, что ты сильный лидер, и Господь будет выводить тебя за руку просто очень мощным образом в новое. В новое, и не бойся пробовать. Вот я иногда себя, знаешь, нахожу на том, что вот дети, они не любят пробовать новое. Вот, ну не любят, я тоже не люблю. Мало ли, что там подсунут. Да? А вот взрослые, они готовы пробовать, они готовы распробовать. Вот мы были в Африке, нам принесли десерт.
И вот насколько нужно с Богом быть рядом. Вернемся в десерт. Мы все сидим, верующие люди. Шоколадные конфеты. Я так в рот начинаю брать, мне Бог говорит, не ешь. И там что-то. И я так бросаю, поворачиваюсь к пастору рядом, говорю, тоже не ешь. Что выясняется? Это сушеные черви из пальмы, покрашенный в шоколад. Над нами хотели пошутить. Типичный африканский десерт. Но мне, я не ем червей, я не собираюсь их есть, да? Они едят, и им это нормально. Над нами шутку сделали. Но в чем, говорит, когда ты на связи с Богом, ты слышишь, он говорит, не ешь. Господи, кто подумает, что не ешь, что ты со всеми за столом. Если бы я сейчас сидел, бы он сказал, не ешь. Тем более шоколад. Ну, тем более шоколад. Я, фу, а кто-то говорит, ну, давайте мне и побольше, мы еще друзьям отвечаем. Нормально, что-то. Так что вот так, Господь, иногда шутит. Ну, к чему говорю, что ухо должно быть открыто. Иногда будут говорить странные вещи, которые тебе не будут ложиться. Ну, нужно зачем? Мне женщина одна написала, мы дружили. Она говорит, когда мы с тобой последний раз виделись в 19 году, ты мне сказала, что я буду жить в Америке. Я хотела тебе сказать, что у тебя крыша уехала, потому что она в органах работала, жила в Киеве, какая Америка. И сейчас она мне пишет, я уже 8 месяцев в Америке. Сикаюсь. Молюсь, сикаюсь. Потому что мне фиолетово, где она будет жить. Если Бог сказал, я передала. Понимаешь, в чем пророчество? Пророчество в том, что ты слышишь и отдаешь, ты не комментируешь, ты не окрашиваешь это, и так подумать, не ешь, там что-то, что там, Господь. Ну, то есть, я вообще не люблю змей, например, да, дико. Мы приезжаем в эту Африку, а нам говорят, только что мама была, тут еще кто-то был, еще кто-то будет. И ходите, типа, оглядывайтесь. А мы там между домиков таких жили, типа, кемпинга. Я говорю, так, Господь, я не знаю, я если бы знала, я бы не поехала. Оказалось, Лимпомпо, понимаете? Ни больше, ни меньше. Прям так и называется, эрия, место. Лимпомпо, добрый доктор говорит, он под деревом сидит, и там огромный ходит, он лечится, и корова, и волчица. Ну, в общем, это наше детство, Родей, это нашего детства. Я это Лимпомпо как услышала, говорю, Господь, мы с тобой в договоре. Я хожу, я говорю, я ничего не вижу. Меня ничего не трогает, у меня ничего не падает. Я ничего говорю, я все, я говорю, здесь две недели, вы чтобы не трогали. Он реально исцеляет. Что ты думаешь, пастор Александр подошел, на него змея упала с крыши. Он реально исцеляет. Я даже не видела. Они говорят, там проползла, я не видела. Он говорит, те шли, у них там под ней, я не видела. Я просто говорю, я с тобой в завете. Я говорю, что я ничего не видела. Потом мы заходим в домик. Там, короче, двуспальная кровать, у нас три человека, а снаружи такой предбанник и двухъярусный. Две тетеньки старше меня, ну понятно, кто самый молодой, где будет спать. А там прямо крыша такая, вся такая соломенная, там все ползает, а я все так люблю, всю эту живность. Я говорю, Господи, не дай Бог на меня, чтобы падает. Я каждую, ну, проверяла кровать, слушай, ничего нигде не падало. Больше всего падало в спальной кровати в доме. И это реально Господь. Он может тебя хранить, Он может тебя защищать, Он может помогать. А в конце концов ты к чему-то уже привыкаешь. Но вот я ему говорю, я с тобой завети, я не хочу это видеть. Пожалуйста. Мне это не нужно. Да. А теперь скажи, как в этот завет войти, потому что я бы там точно все падала. Я бы там заветом открылась за Ида. Я тебе так скажу, все, что не болели, грех. Это все по вере. Как ты на крест голов отдаешь свои грехи? Верой. Как ты исцелением принимаешь? Верой. Как мы на небо ходим? Или как мы там бесов изгоняем? Или вообще что-то делаем? Верой. Все только вера. Я ему сказала, что раз ты мой Бог, я тебе сказала. Я не знала. Я бы знала, я бы не поехала. Ну реально не поехала. Ну представляешь, в Африку, в глушь, где змеи, еще там спать в каких-то кемпингах, ну где на тебя там что-то падает. Ну конечно. Я, конечно, очень люблю наших друзей пасторов, но не в такой степени. Ну, когда ты уже заднего хода нет, ты уже остаешься. Потом Нэнси Коэн когда-то говорила, и, ну, я ее не продвигаю ни в коем случае, я просто говорю, что она там мозги обезьяны где-то ела, какую-то там, не знаю, тухлую курицу где-то там. И я думаю, боже, как она это ела. Но это только в завете нужно такие вещи делать. Когда ты миссионер, тебе придется жить в каких-то обстоятельствах и попадать в какие-то странные вещи. Иногда нужно остаться, иногда нужно уйти. Вот у меня сейчас была поездочка, мне квартиру сняли. Не сняли, а очень люди хотели, чтобы я там осталась. И
Мы зашли туда и пережили там интересный опыт. И где-то вот нас тоже приглашали, в Украине тоже дело было, я помню. Мы зашли, нас тоже пригласили остаться, но я поняла, что нам надо послужить там, но нужно уйти, не остаться. То есть иногда вот ты как бы понимаешь, что надо тебе быть и делать, да, и что-то, ну, благословлять. А иногда нужно уйти, нужно сделать шаг назад. Я вот так к чему говорю, должно быть послушание. Он не ешь там что-то. Потому что черви, например, это дико некошерно. Если бы я это съела, но некошерно почему? Потому что Бог, он определил, что человеку полезно, что человеку не полезно. И говорят, люди умирали, например, от чумы там, в средние века и обвинили во всем евреев. А евреи здесь при чем? Ну, ели правильно. Потому что они не ели свинину, а все ели свинину. Те, кто не ели, были живы, а те, кто ели, все умирали. Евреи виноваты. Почему? Бог сказал, не ешь? Он объясняет, почему. Я тебе даю розетку. Да? Мы же не говорим, там, ой, ну, ребеночку маленькому не объясняю, что там 220, что там ток, что там ему будет плохо. Правильно? Просто говорит, не надо туда, не влезай, убьет. И вот так же и Бог Библию написал, да, он дал какие-то вот вещи, корень, например, он конкретно говорит, это ешь, это не ешь. Вот это делай, это не делай, вот это можно, вот это нельзя. И не потому, что ему он такой нудный и думает, как бы тебя утомить. Нет, в каждой заповеди есть благословение. И когда ты не вот просто, они не ели свинину, и никто не умирал, а все остальные пачками умирали. Понимаешь? У него так. И он в каждой заповеди есть всегда скрытое благословение. И, например, ты там, ну не знаю, что еще там привести в пример сейчас. Ну, каждое вот слово, которое Бог тебе говорит, например, иди сделай это. В этом будет благословение, если ты сделаешь это в правильное время, в правильный момент, когда он тебя послал. А если ты не сделаешь, то будет не благословение, а потом уже поздно. Помните, как он говорит, идите завоевать землю обетованную. Он говорит, не, не пойдем, боимся. Он говорит, ну все, тогда будете 40 лет пустыни. Все, пошли, все умерли. Не ходите, уже Бога с вами нет, уже бесполезно, нужно в момент идти и делать. Если в момент не сделал, уже можно не ходить. Да, не послушание, да, именно послушание лучше жертвы, а не послушание хуже колдовства. Я кому-то говорю и понимаю, что опять я в разнобой, но разным людям разным нужно, видимо. Значит, Вера, слышали? А, Вера? Бог сказал, не ешь, не ешь. Нет, ну это было просто классика, знаешь, как бы... Так было. И слава Богу, потому что кому-то это нормальное, может быть, шутка, там, как бы радость. А мне вот вообще не радость, червей спальни есть, толстых таких, жирных, порезанных на кусочки. Я помню, я один раз осьминога попробовала в Кипре, и не знала, что их нельзя тогда есть, не знала, что Бог запретил. И потом мы такие с мужем попробовали, на свадьбе как раз была. И я еду, и у меня такое чувство, что это осьминог у меня внутри. Короче, он там везде ползает, размножается. И я прям, у меня паранойя началась. Я когда дома доехала, я сто раз покаялась. Я говорю, Господи Иисус, я еще раз когда-нибудь в своей жизни попробовала какую-нибудь вот эту дрянь. Но я не накручивала себя, я ела просто из любопытства, да? Но потом вот эти ощущения, ты понимаешь, что еда, она духовна. Все колдуны знают, что еда духовна. А знаешь, когда вы едите, вы можете как бы... Один раз ко мне попалась, не знаю, каким образом, подписка одного колдуна. И он мне начал писать там в мейл, я сначала не поняла, что это колдун. Короче, читаю мейлы, смотрю, там все лучше и лучше, все интереснее. Думаю, что за кадр? Он там учил, как карандаши двигать, там, как летать. И учил там, что когда ешь, надо там догадывать дыхание, желание свое. И тогда вот не ешь, ни с кем не разговаривай, только думай о своем желании. Что это такое? Ну, я поняла, что они воспользовались тем, что еда духовная. Почему Бог говорит, завистливым даже не ешь вместе. Вырвешь то, что съешь. Mm-hmm. Да? Значит, еда духовная. Какая разница, если мы едим вместе за одним столом, кто-то мне позавидовал, что у меня что-то лучше, а что-то хуже, да? Я же не знаю, кто мне завидует. Кто не знает, кто мне завидует, да? Написать. Но ты должен понимать, с кем ты ешь, с кем ты разделяешь свою трапезу, потому что еда духовная. Кем ты пьешь, да, и то есть, ну, благословлять лишний раз никогда не будет, да, то есть благословить так, чтобы еда осветилась. И ребята освящали, у нас был пастор, ну, есть, в принципе, в Хайфе, он рассказывал, что они были в Чернобыльской области, когда было все в радиации, и не было чистой еды и воды. И они молились за то, что было, приносили на военную базу,
И они проверяли датчиками, оно было абсолютно без радиации. Они спрашивали, где вы нашли чистое? Где? Они говорят, молитва. Она просто очищает. Потому что молитва перед едой, она реально очищает. Я помню, Марина рассказывала, что она зашла в супермаркет и увидела, как какую-то тетку привезли на инвалидном кресле, да? И она сидела, какая-то бабка такая крюченая. И вот так это, а там детские подарки, знаете, как на Новый год дарят, ну, под, ну такие, с конфетами. И вот, короче, она сидела и сколько-то времени что-то шептала, и вот на эти подарки вот так делала. Тебе в голову придет, что такое может быть? Вообще нет, если ты это физически не увидел, даже не подумаешь, что такое возможно. Но Бог говорит, благословляй еду, да? Если Он говорит, благословляй, значит, есть кто-то делает. Значит, что-то происходит, значит, потому что если ты благословил, да, смертоносное выпало, не повредит тебе. Ну почему опыта и откровения получил? Вы поняли? Я давно понял. А я только сейчас понимаю. Если что, смертоносное выпьешь, не повредит тебе. Почему? Потому что ты помолился за это перед этим. Да. Даже одежду новую купишь, не помолись, попадешь. Кто-то понял? Круто. Ты нас шифровала. Поэтому надо наступить на Василиска, наступишь, попирать Божьего дракона. Опять же, наступишь, если ты помолился за свой ход, уж помазал свои ноги, поэтому ты наступаешь, оно тебя и не остановит никаким образом. Да, Мария? Что-то происходит. Огненный столб над тобой вижу, аллилуйя. Так вот, судный день, завтра. А потом через неделю будет Суккот. А Суккот это шалаши. Это когда нужно жить неделю в построенном шалаше особым образом. Обязательно с дырявой такой крышей, ну, чтобы видно было звезды. И там нужно есть, пить и все время проводить. Неделю. Зачем? Нет, не зима, а через неделю. Осень. Да, всегда осень. Я помню, на первый раз решили поставить такой шалаш, но летел такой ураган, что у нас все... сложилось, и дождь пошел, я думаю, классно, в таком домике. И у нас из Израиля так все строят, все так живут. Но к чему это? Для чего это нужно? Для того, чтобы когда мы находимся вот в таком помещении, нам кажется, что мы под защитой. Да? Нам кажется, что нас не видно, нас не слышно. То есть мы как бы, ну, в принципе, слава Богу, ветры нам не страшны, дождь нам не страшен, холод тоже. Да? То есть мы целые. А когда ты выходишь из вот этого, где ты живешь целый год, и хотя бы просто даже ешь, и там ветер налетает, да, даже там вот это вот все трясется и шатается, ты вдруг понимаешь, кто, в общем-то, управляет твоей жизнью, зачем и почему, да, кто главный. И ты вспоминаешь воздать ему всю славу. И вот раз, как бы несколько праздников у нас есть, и вот осенью, весной есть праздники, вот это осенние праздники. И они напоминают о том, что Бог это главное, Бог это цель, Бог это защита, Бог это покров, что Он твоя стена и крыша на самом деле. И Он тебя всегда-всегда-всегда видит, даже когда ты не видишь, что тебя видит, да? Вот это чуть похоже на Суккот, чуть-чуть, вот эта штука. Вот, поэтому это будет праздник Суккот, это праздник жатвы, это праздник, когда приносятся жертвы за все народы, и когда приносится в жертву вода, что интересно, и как бы выливается, друг друга поливают тоже водой, и на жертвенник воду льют. И я думаю, что это как прикол, тоже как знамение такое жизни, да? То есть, что мы заступаемся за все народы. Мы ходатайствуем за все народы, да, из всего нашего текут реки жизни. Вот мы сейчас здесь молились, за всю Германию ходатайствовали, хотя мы даже не думали об этом. Мы просто пели Иешуа, а влияли на всю Германию. Мы просто поклонялись, да, нам было просто хорошо, что-то нас соединило, но Господь раз и начал благословлять тебя, потому что ты работаешь, только тебе хорошо. Когда тебе хорошо, хорошо всем вокруг. Вот знаете, делали эксперимент, предлагали... почему говорят, ну, например, я даю тебе конфетку, говорю, возьмешь, и все отвечают да за всех. Почему? Потому что когда хорошо, все знают, что всем надо брать побольше хорошего. И все хором говорят да. Прям эксперимент делали. А когда дают тебе что-то плохое, все говорят нет, и другим не дают, да? То есть вот такое интересное, ну, как так устроен человек. Потому что эксперимент делали, почему? Потому что когда народ Израиля стоял в пустыне, и ему дали, ну, Бог явился на горе, да, гора вот полыхала, Бог говорил прям громами и молниями, там страшно было находиться, шафар нарастал, и они что-то говорили, и весь народ говорит, на асэ ва нишма, будем слушать и будем делать, или будем делать и будем слушать, там,
в разных вариациях по-разному. Почему они отвечали хором друг за друга? Вот именно потому, что когда что-то хорошее тебе дают, то все говорят, мы берем, мы сделаем, у нас получится. Понимаешь, мысль? Ну вот. И как бы к чему говорю, что что-то хорошее, вот эти праздники все, они завершаются как раз Симхат Тора, дарование Тора. Как раз украшают вот эту суку, ну как у вас здесь украшено, только еще цветы добавляют всякие разные, потому что говорят, что когда Бог сошел на гору Синай, то она расцвела всеми цветами, которые только были. И она благоухала. Представляешь, все цветы, которые только есть на планете, она, короче, благоухала. В честь этого украшают эти шалаши цветами. Как говорят, Господь, сойди, Господь, благослови, и пусть твое благоухание вас накроет. Аминь. Ну все, больше я вас не услышала. Ангелина Ергия. Он также был, он речи был, он лизабл. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благодарим тебя! И вот последнее, то, что мне Бог сказал, песню вам успеть. Вы мне поможете? А, еще не все, да? Ну, надо же слушаться Господа, правильно? Устал, может идти, мы деток отпустили некогда. Может, завтра школа? Ничего страшного. Завтра школа. А можно и конечно, я не хочу. Поем, поем. Посреди твоего огня пребываю.
Исцеляет ваши сердца. Я вижу, что Он восстанавливает ваше Я, восстанавливает ваши способности, восстанавливает все, что есть вы. Гавриил здесь, и много ангелов исцеления здесь, ангелы чудотворения, ангелы благоволения, ангелы покрова здесь, ангелы золота здесь, полки со знаменами. И Господь экипирует каждого здесь, кому это нужно. Вы можете сказать: вот я, дай мне, возьми меня, используй меня. И Господь начнет говорить с вами, как никогда раньше. Он будет просто благословлять вас без меры. И Он открывает вам невозможные какие-то вещи, которые даже умом невозможно постичь. И вы будете оказываться в нужное время, в нужном месте. Это сезон, когда переход идет из славы в славу, из силы в силу, из огня в огонь. И этот год говорящий благодати, Бог особо будет посещать каждого из вас и особо встречаться с вами. И будет открывать свои тайны, и вы будете просто соединяться с Ним совершенно по-новому, как никогда раньше. И твоя вера, она исцеляется сейчас, твои способности, они умножаются. Есть, Лорд, спасибо тебе. Халлилуйя. Киштавара Бухудуру, Рабрия Сера Рафаэра, Эрамасандера Рефила Мура Васана. Спасибо тебе, Отец, за Германию, спасибо тебе за молодежь Германии, спасибо тебе за эту домашнюю церковь, за то, что она будет расширяться. Она будет распространяться. Это будет как какое-то извержение вулкана. Это начнется по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это будет что-то большое, как будто бы Бог вам дает ключи. Соединить разрозненные элементы, разрозненную молодежь, разрозненные людей, разрозненные, непонимающие, ненайденные. Господь просто дает вам возможность соединить то, что было разъединено дьяволом. И это будет очень мощное соединение, потому что в единстве сила. Единстве сила. И Господь будет использовать, как будто бы время нашло, и пришло. Время пришло. Я просто слышу, время пришло. Время пришло. Наполни свой светильник, наполни его маслом, гори, не угасай. Свети для него, свети им, дыши им. Освобождай его присутствие всегда, везде и во всем. И не соглашайся на меньшее во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Твера Бошин Делера Франдера, Друсан Делера Френдера Сантора, Эрама Сандера Финделера Лумашин Делера Лура, Эрама Сандера Френдера Сантера. Тебя Господь будет особо посвящать и наполнять. Тебе будут новые песни. Помазывает твой голос. Он дает тебе этот дар поклоняться так, чтобы небо двигалось, земля реагировала, чтобы небо включало землю, чтобы ангелы высвобождались. И у тебя есть эти ключи к молодежи, и твоя молодежь будет могут. Во имя Иисуса Христа будет высвобождаться что-то очень сильное. И я вижу, что у тебя как бы ключ скрипичный, ключ золотой. То есть это золотая слава, золотая какая-то свет. Ну, ты теперь могу делать, я поняла. И что она видишь, пророчество, хотя надеться не дала. Как говорила, вот для тебя золотая слава, золотые ноты какие-то будут высвобождаться тебе. И я вижу также, что у тебя дар утешать и восстанавливать. И обновлять, и прямо снимать ноши неудобоносимые и возвращать взгляд на Христа. Это вот твой дар. Ну, причем и к старым, и к малым, и к сердитым, и к добрым, ко всем. И главное идти, вот как не меняется, знаешь, что направление, не сдаваться, потому что будет много волн подниматься,
но ты как волнорез, ты стоишь, и как какие-то шторма, они просто разбиваются от тебя. И ты стоишь не только за свою семью, не только за детей, но я вижу, что стоишь как бы за Германию, за все место, где ты не находилась, Господь тебя очень сильно использует, пророческий такой ходатай мощный и поклонник, то, что Бог вкладывает в тебя, и я вижу, что в устах суд праведный. И ты будешь судить, не помогая, Господь будет тебя вести. Поклоняюсь, растворяюсь в твоем сердце, вдыхаю. Вообще это ключевое время для Германии, потому что Господь собирается использовать Германию как Иосифа. И использовать его как... потому что всегда в Германии было многое, он всегда много дает. И сейчас как будто бы вот это благословение возвращается. И как будто бы какой-то просвет, расцвет даже может быть. Он приходит для этой страны, особенно для молодежи. Не знаю, это связано с программированием? Нет, кто так хочет. Я не знаю, я вижу тебя, вот у тебя много компьютеров, какая-то комната, я вижу, что Господь даст тебе в этом недоход и даст тебе в этом мудрость, как использовать это для Его славы, для того, чтобы сделать известным Его чудеса и изменения. И что ты научишься и уже учился долго, и извлекать драгоценное из ничтожного. И Бог будет учить тебя, ну, как бы, Он тебя учит по-своему уже много лет. Но сейчас как будто приходит какой-то буст, переход какое-то новое что-то сверхъестественное. Спасибо тебе, Господь, великий Бог, с неба и земли, Отец Личности, Микамоха Варим, Гадоля Тар, Гадоль Шимхаба, Гвура, помазывает твои ноги, и еще он делает тебя как будто бы лидером, он поднимает тебя в лидерство сильно, и он как будто бы даст тебе, не знаю, спортзал какой-то вижу. Ну, короче говоря, ты будешь связан как-то со спортом, что ли, и благословлять, благовествовать будешь там. Эля Рабу Сандере Фейдеса, они как-то там будут двигать царство, я еще пока не понимаю как, но ощущаю высвобождаю, как есть. Ким Дель Рафада, Ким Дель Рассен, Дель Рафоди, Шибиру Кафера. Аллилуйя. И как будто бы новые крылья тебе даются, как будто бы был какой-то порыв, взлетало, что-то не получалось. А сейчас как будто бы он дает тебе крылья, и у тебя сейчас хватит сил. Он говорит, попробуй снова, начни сначала. И у тебя получится, потому что любая победа – это множество повторов. Да? Даже когда ты качаешь мышцы, это множество повторов, правда? Иштала раба рухата рефира варабона масанда рефира санда рефинкара. Когда ты учишься чему-то, это множество повторов, правильно? Господь дает тебе вот эту победу – подняться, взлететь. Я вижу, что когда ты взлетишь, за тобой взлетят еще многие. Те, которые ты даже не ожидал. На тебя смотрят очень много людей, которые ты даже не думал, что они на тебя смотрят. И они заинтересованы в том, как ты будешь вести себя, и они тебя равняются. И они будут, ну, как бы, ну, знаешь, когда-то так момент такой был, мне Бог сказал, выйди на Facebook. Я говорю, где я, где Facebook? Было закрыто, вообще у меня не было канала с 2011-2012 года, потому что он сказал закрыть. И вдруг он мне говорит, выйди на Facebook. Я говорю, это идиотизм, какой Facebook? Он мне опять говорит, выйди на Facebook. И я вышла, и вышла, у меня был просто потом фиктивный какой-то аккаунт. Это я покоен, я вышла на него, и он говорит, делай эфир. Тогда вот я начала делать эфир, это был 20-й год, хотя он просил с 18-го, я еще долго сопротивлялась. Вот. Но я вышла, первая реакция, которая меня просто потрясла, мне написала девочка, мусульманка, которая была христианкой, перешла в мусульманство. Она сказала, пожалуйста, делай этого побольше, меня это так поднимает, я что-то думаю о чем-то. И я вообще чуть со стула не упала. Думала, ну вот я на кого угодно рассчитывала, но только не на нее. Вот я это последний человек, о ком я думала, что будет смотреть меня в Фейсбуке. Тогда и таких людей было много. И знаешь, это выглядело, ну, совершенно нереально. То есть ты не думаешь, что он тебя смотрит. Ты даже не знаешь, кто за тобой следит. И не знаешь, кому, на кого ты влияешь. Потом Бог мне на одного, второго, третьего, пятого начал показывать. Я говорю, Господь, ну вот все что угодно, только не эти люди. Я вообще туда никак, ни с какой стороны, даже мамины подружки, которые меня слушают, представляешь, которые неверующие. Неверующие. Он говорит, а мы тебя смотрим. Окей. То есть вообще туда прицела даже не было.
ну, Бог посылает свое слово, и оно достигает туда, куда нужно. Поэтому, когда ты побеждаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то проходишь, на тебя люди смотрят, и ты даже не знаешь, кто на тебя смотрит. И кто потом выровняется, а это все твои бонусы. Это все твое сокровище, которое не сгорает там, и его нельзя украсть, да? Потому что Господь всегда нас использует многоуровнево, например. Вот он выводит тебя из какой-то ситуации, или ты думаешь, что ты с чем-то там справляешься, а оказывается, что с этим справляется целая толпа людей. И когда ты делишься тем, что ты прошел, для людей ты даешь ключи. И вот эти ключи, как бы, они выходят так же, как ты вышел. Поэтому любая твоя победа, это когда ты делишься этой победой, да? Множественные победы начинаются. Тебя Господь тоже очень любит. Ты сокровище Его. И помазание приносить радость. Ты приходишь, и все радуются. Начинают веселиться, начинают оживать, начинают воскресать. Как будто бы тухлая ситуация становится такой веселенькой, танцуем, поем, что-то такое. И эта атмосфера легкости находится с тобой. И многим людям это очень нужно. Это будешь выводить людей из депрессии, будешь вытаскивать людей из каких-то разрушенных состояний эмоциональных, моральных, душевных, физических. И как будто бы ты просто разговариваешь, и говоришь, а, да это легко. И это правда легко становится. Как будто бы ты несуществующим называешь существующим. Ты как приходишь, и как отрезаешь какие-то болевые штуки, даже не понимаешь, что ты делаешь. Но Господь через себя очень мощно это делает. Знаешь, говорят, чужую беду рукой разведу. И это правда. То есть, когда ты кому-то, ты сам в этом варишься, тебе кажется, это неподъемно. Но когда кто-то подходит, говорит, это же легко. Знаешь, у меня был конфликт тут недавно, ну как недавно, пару месяцев назад с одним человеком. Я стою и думаю, Господи, может, как же выйти из этого конфликта? У меня полный тупик, вот пробовал вот так вот, знаешь, никак. Подходит моя дочь, говорит три предложения, при том, что она вообще не слышала, в чем суть. Она подходит, говорит три предложения, и я все понимаю, все решается, конфликт угасает. Представляешь, я стою, думаю, что так тоже можно было, да? Вот так можно было. Я стояла, у меня голова чуть-чуть взорвалась. Как бы помириться, как бы там это все. Она пришла, говорит, ну это же все просто, раз, раз, раз. Я говорю, действительно. Действительно, вот ты такая же. Ты приходишь, говоришь, все просто, раз, раз, раз. Просто ты системно видишь, ты видишь вещи, которые другие не видят. И ты еще такие люди есть, кому-то я еще говорю. Пусть тебя Бог благословит обильно-преобильно. Дар учителя у тебя еще вижу. И способность идти до конца, не сдаваться. Открытие! Мы в Африку один раз летели, 24 часа. Прилетели, а нам говорят, у вас прививок нет, возвращайтесь обратно. Забрали паспорта и с чемоданами с выхода обратно. У меня такой бунт внутри, говорю, да ни за что. Мама говорит, молись, я говорю, не буду молиться. Как это, 24, знаешь, как лететь 24 часа, с ума таки можно. Мы приезжаем, если наши паспорта забрали, и никогда нет ничего случайного. Там была длинная история, я делаю очень коротенькая. Короче говоря, говорят, сидите, ждите человека. Сейчас с вами разберутся, поедете обратно. Мы сидим, ждем человека, и приходит человек, говорит, зачем вы здесь? Я говорю, мы на пасторскую конференцию. Он говорит, документ есть. А я зачем-то распечатала приглашение для своего брата, который не поехал и взяла его с собой. Я говорю, есть. Даю приглашение на брата. То есть нет случайности. Ты вот какие-то вещи делаешь, ты же не понимаешь, зачем ты это делаешь. Но оно тебе пригодилось. Я говорю, вот наше приглашение. Он говорит, вы пастора? Мы с Мариной говорим, да. И тогда такой говорит, а вы можете за меня помолиться? Марина говорит, можем, я намолюсь. Я начинаю пророчествовать ему. Ну да, всегда так. Поэтому я так тут благодарю. Вот, и короче говоря, представляешь, он так смотрит на меня и на нас и говорит, я знаю, что я нарушаю закон своей страны, но его закон выше. А дает нам паспорта, говорит, идите. Молитва нужна. Идти до конца.
тебя остановиться. Я тебе что подсказала. У вас новый сезон, Сергей. Какая-то новая слава, новое откровение, новая глубина, новое понимание, новые какие-то откровения приходят, новое помазание. И я вижу, что он будет вам сложен на какие-то очень непонятные ваши ситуации, будет очень упрощать. И вы как человек ответ для многих. И ваши все как бы откровения, встречи, знакомства, все, что вы проходили, оно все не случайно. Вы будете именно ответом Господа для всех людей, с кем вы будете встречаться. И я вижу, что с молодежью вы говорите на уровне глаз, и это от Господа будут прям ответы, 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 каскад ответов. И Бог что-то будет делать через это очень сильно, как будто бы сердца будут исцеляться, прям рваные раны будут зашиваться, и как будто бы нехватка чего-то, она будет восполняться очень мощным образом. Вы даже не будете знать, вы будете просто разговаривать, а потом будут плоды, 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 вы прям потом будете узнавать, что случилось. Аллилуйя. Для... Да, дорогая, Господь, вижу, что призываю тебя изучать тему невесты. Он хочет, чтобы ты в это погрузилась, тема Израиля и невесты. И Бог тебя будет не случайно, наверное, познакомились лично, но Он будет тебя очень сильно в этом учить, и ты будешь собирать невесту в последнее время. Он будет тебе открывать свои тайны. Также я вижу, что у тебя дар увещевать, успокаивать, восстанавливать. Разрушим, как бы, неразрешимые вещи разруливать, как сказать. И Бог будет с тобой какой-то новый уровень приходит, у тебя будет какое-то погружение в таинство, в тайну. Он будет открывать тебе Писание, ты будешь есть, читать Слово Божие, молиться, как бы взахлёб, совершенно другой вкус и глубина другая. Просто бездну, бездну призывает голосом водопадов своих. Это очень сильно у тебя происходит, трансформация, как будто переход. И вот этот, сейчас эти праздники, это особое небо открыто над страной, над землей, это портал. Каждый праздник – это портал. В каждом празднике есть вот эта возможность того, что Бог говорил когда-то, когда творил землю и так далее. То есть есть возможность прикоснуться с небом ближе, чем всегда, проще. И вот это вот сейчас 10 дней, то есть принимая это благословение, оно будет длиться рекой в твоей жизни, мощным образом, fire. И он тебя утешает, и какую-то снимает с тебя что-то, он то уходит от этой штуки во имя Иисуса. Руслан, тебя Господь тоже ждет, ждет, ждет. Ты как будто бы включен, но не включен. Он хочет, чтобы ты включился на всей скорости. Чтобы ты не делал механические какие-то вещи, да? Но там машину сколько часов были, знаешь? Но это на автомате не работает, только на передачах. Я знаю, потому что я застревала много раз в моей первой машине. И Господь тебе говорит, не делай механически. Делай от сердца. Делай на максимум. Когда ты будешь делать на максимум, все, что ты делаешь, для Бога делать. И там уже есть чудеса. Там серия чудес. И появятся какие-то новые друзья, которые, как для Саула, да, Саул шел с помощником, да, и интересно, они искали ослиц, осел – это что-то материальное, ну, точнее, так сказать, слово «осел» на иврите – это материя, материя, это слово, материя, амор. И они встречают, идут искать материальное, а находят духовное. Да? Они шли за ослицами, а пришли к Самуилу и получили призвание. Да? То есть наделение на царство. Вообще, где, как оно совпадает, прикинь, да? Идешь за одним, а находишь совершенно другое. Но шли от всего сердца, шли от того, что они понимали, насколько это важно, да, дойти туда и сделать это, понимаешь? И вот Бог тебе говорит, делай все, как для Господа. И старайся на максимум, не на автомате. Ну, ты даже поешь, пой, как будто бы это самая крутая песня в мире, вот, чтобы все вибрировало внутри, чтобы реакция шла, небо с землей, понимаешь? Не работаешь, делай как для Господа. И Господь тебя реально приведет туда, на эту встречу с Самуилом, и реально ты войдешь в свое призвание, ты будешь что-то сверхъестественное, сверхвозможное. Тебе понравится. И я вижу, что Он тебе доверит пасти. Пасторское помазание есть на тебе. Будешь пасти. Но прежде чем пасти, он тебя будет учить через максимум. Понимаешь меня? Радость возвращается.
небеса случаются. Это что-то с музыкой тоже связано. То ли плейлист какой-то создашь, то ли еще что-то. Но Господь что-то будет совершать через тебя мега сильно. Именно с музыки как-то посвятись. Или плейлисты какие-то, может, какие-то обработки. Может, какие-то, ну, какие-то слова у тебя будут с неба, я не знаю. Там, знаешь, у меня была песня «Я твой, я с тобой, за тебя иду горой». И мне такой рэп пришел прямо во время поклонения, вот как «Здрасте». Зашла на гору Господню, увидела, и вот у тебя что-то подобное будет. И ты будешь писать свои какие-то, ну, это пророческий Господь будет через тебя двигаться. У тебя тоже, Алексей, очень сильно Господь будет давать пророческие песни. Вот как ты сегодня пророчествовал, да, после Ишу, или это старая песня, я просто не знаю. Но Господь будет использовать твои уста очень мощно. Я вижу, что ты как молотила железно зубчатая. Ты начала молотить и растирать горы, и ты добьешься. У тебя получится. И я вижу, что туры надо делать. Молодежные, детские и взрослые, туры знакомств и исторические какие-то, да, я тут говорила Марии, сейчас я опять это слышу, что надо это делать. И Бог на этом будет, знаешь, когда мы собирали, интересно тоже было, когда мы делали собрание просто, людей приходило мало, когда мы делали пикник, приходило в 3 раза больше людей. И Господь вот на это будет приводить, и там можно будет делиться небом, в простоте. И что-то Господь дает тебе какой-то, сейчас я вижу такой файл огромный, как флешку с неба, она прямо заходит, и ты что-то вот прям получаешь, терабайты славы, и какие-то новые технологии, какие-то новые инструкции. И также вижу, что как будто бы все вот здесь вот, в духе, везде, оно упорядочивается, и какая-то единая монолитная картина появляется, мощная. И ты сможешь увидеть это, то, что куда Господь ведет. И это место пробуждения, и Господь расширит это место. И отсюда я вижу, сейчас текут реки, реки жизни, да. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Но сейчас это начинает структурироваться, ты начинаешь в это входить. Он говорит, не опускай руки, продолжай стоять с этой сетью, и ты, у тебя получится. И ты дойдешь туда, куда тебе нужно дойти. И я вижу, что вот в тандеме с молодежью, ты с одной стороны как такое кольцо с молодежью, но и со стародежью тоже. И в другую сторону тоже как бы и родители, и дети. Да, вот это помазание или оно здесь сейчас оно высвобождается мощным образом. Во имя Иисуса, спасибо тебе, Отец. Какой-то груз снимается с тебя, какая-то вот лишняя ответственность, она уходит, и свобода приходит, свобода дышать, свобода поклоняться, свобода быть собой, свобода наслаждаться этой жизнью с Отцом. Спасибо тебе, Отец, великий Бог, Творец неба и земли.
Еще у тебя, когда ты говоришь, когда ты общаешься, когда ты рассказываешь, расцветают сады, расцветают, все начинает благоухать. Я прям вижу, что ты как будто бы бросаешь слова, и они цветут, они пахнут, они имеют вкус, они имеют запах, и они приносят плод. И ни одно слово, которое ты говоришь в силе от Бога, когда ты чувствуешь, что оно произойдет, оно не возвращается пустым. И я слышу, еще по дороге сюда слышала, сейчас опять слышу, кэмп. Нужно делать молодежный кэмп, собирать молодежь Германии, которая живая, пророческая, которая хочет подниматься. Вот слово кэмп прямо услышала для вас. Это что-то будет повод на этом. Аминь. Короче, хорошая нам запись в книжке жизни. У нас получится завтра. Можно я скажу два слова, пожалуйста? Вы здесь сидите и думаете, в каком имеем отношение к еврейскому празднику? Да или нет? Нет. Наоборот, все больше не понимаем. Маша, спасибо нас. Мы в прошлом году все эти три праздника праздновали тут, осенние. Тем не менее. Как поняли. Я просто хочу сегодня внести очень коротко, потому что меня давили. Но времени я уже просто, когда я начинала было спать. Дело в том, что мне очень нравится, у меня такая есть картинка в компьютере. Там сидит Никулин со сломанной рукой, бриллиантовая рука. И приходит к нему там второй, не помню кто, и говорит: «Сень, ты помнишь, что завтра пятница?» И что он говорит? «А то, что на синагогу идти». Говорит: «А я что, еврей, что ли?» «Сеня, да мы все евреи, только не все об этом знают». Но в этом есть, знаете что? Я не люблю слово «еврей», потому что я филолог, и я не люблю слово «еврей», поскольку слово «еврей» в Библии упоминается только 30 с чем-то раз. А, 30 с чем-то раз всего. Пришелец. А? В переводе «пришелец». «Еврей» — это «пришелец» в переводе. Нет. «Еврей» — это «еврей». Я не поняла. «Еврей» — это «еврей» написано, но дело не в этом. Дело в том, что «еврей» упоминается 30 с чем-то раз, главным образом в речи фараона. Потому что еврей, вы знаете еврей? Конечно, нет, да? То есть это лавор, это переходить, то есть пришедший. Я родом из Питера, и у нас так было вот, там были должности такие, например, дворник. Никто, конечно, не хотел работать дворником. Зарплаты были маленькие. И из деревни люди приезжали, мы говорили: вот понаехали. Понаехали. И вот это понаехали — это евреи. Потому что когда Авраам пришел по тому, что ему сказал Бог: иди туда, где я покажу тебе тебя, он пришел, а местные народы говорят: понаехали. Приперся, да. Он же со стадами пришел. Он пришел со стадами. Он не мог стоять на одном месте, ему надо кормить было стадо. И вот его впервые в Библии называют словом «еврей». Местные жители, которые там жили, они его назвали «еврей». «Еврей» — то есть это кочевник, скажем так. То есть так, если уж совсем нормально говорить, то это... Дальше этим словом пользовался фараон, когда уже в Египте они были в рабстве. Он говорил про них «еврим», то есть «евреи», вроде как. Вот он их так говорил. А что говорил Бог? Я просто сейчас вам скажу, Бог сказал, четвертый глава с ней исход. Он сказал Аврааму, Аврааму, Мессии, конечно. Нет. Сказал: иди к фараону и скажи ему: Израиль – первенец мой, а сын мой – первенец мой, сын мой
первенец мой. Сейчас я вам расскажу одну тайну, которую никто не знает, ну, кто не знает иврита. Слово «сын» и «дочь» на иврите означают строители династии, строители миссии, строители. То есть это корень строить. И сын, и дочь. Этого никто не может сказать, потому что в переводе это никак не... Это у нас это звучит. Сын Бен. А, Бен. Дочь Бат. Но в слове дочь, когда их много, например, это будет Банот. Банот. А Баним, сыновья, Банот, это дочки. То есть корень, слышите, один и тот же, да? Но произносится по-другому. И это... Слово, есть слово «бния» – это строение, дом, значит, это что-то вот с этим связано. Это очень интересно, это мне Бог открыл вообще. А баня не А? Баня не туда? Баня? Да, не туда же. Баня, ну, наверное, да, в случае. Но это же русское, а еврейское. А, ну, приходи. Причем-то, вы знаете, что я такая интересная была вещь. Такая была интересная вещь, я познакомилась с одним, ну давно уже было, в самолете познакомилась с парнем религиозным, который родился в Лондоне, ну, а учился в Иерусалиме в Вишево, вот этих самых, ну, религиозным. И вот мы с ним там просто ходили вместе, ну, очень долго летели, и ходили просто разминали ноги. И я у него спрашивала, у меня был есть такой вопрос, тут ты же там этот. Учишься. Вот почему в такой-то главе там-то так-то написано, вот я не могу понять. А почему я его спрашиваю? Потому что у меня английский лучше, чем иврит. То есть я филолог, я лингвист, поэтому я ковыряю вот эти корни, я их вижу. Но сказать, что я там свободно говорю, нет, я свободно говорю по-английски. Но я не свободно говорю на иврите, поэтому я у него спрашиваю, ты, парень, учишься, но ты родом из Лондона. Так вот, расскажи мне, почему вот это вот там-там и там. Парень очень интересно мне со мной поступил, он мне говорит, знаешь что, скажи мне свой имейл. Я говорю, может, телефон? Не-не-не-не. Телефон он у меня не взял. Я ему сказала, просто, я говорю, давайте я напишу, он говорит, не надо, просто скажи. Я просто сказала. И можете себе представить, что через два дня он мне написал на имейл ответ на мой вопрос, который я ему там задала. Ну, в общем, потом у нас года два или три была такая переписка, и он меня пригласил, ну, ты... Не хочу вас задерживать, он меня пригласил на дискуссию. Там были, является ли Иисус Христос Мессией Израиля? И он мне присылает, ну, в Иерусалиме, я думаю, там на севере, присылает мне, значит, типа приглашение, вот будет дискуссия. Значит, со стороны будет евангелист, и, а с другой стороны будет раввин. Я ему пишу, я говорю, заранее могу сказать, что раввин победит. Он говорит, почему ты так думаешь? Я говорю, ну, посмотришь. Ну, так оно и вышло. Знаете, почему? Потому что христиане не удосуживаются читать Писание. И вникать в Писание, и разбирать его. И поэтому я что хотела вам сказать, что Бог, ну, я выпускала мелочи, ну, как бы такие детали, но, в принципе, я хотела сказать, поймите себя, что каждый человек, что такое Израиль. Исраэль, вот этот, это значит несколько может быть интерпретаций, это может быть напрямую к Богу. Потому что если кто-то знает иврит, это будет Ешар, прямо, Ешар, Эль, прямо к Богу. Прямо к Богу это означает, что 24 часа, 7 дней в неделю, у тебя есть связь. Кого назвали Израилем, коротко сейчас, Яковом, да, Яков. Что такое Яков? Яков – это обманщик. Перевод имя – это обманщик. И там его брат даже сказал, вот не зря же он дважды обошел меня. А обошел меня – это значит Яковене. То есть Яков – это вот такой, который криво ходит. Ну, в русском варианте это, наверное, был бы Лука, да, Лукавый. Ну, не то, чтобы он там... Хитрый такой. Обошел, короче. Обошел. Ну,
И вот из потом его, когда переименовали, он сказал, как имя твоего? Он говорит, Яков. Он говорит, ну ты не будешь Яков, ты будешь Израиль. Израиль — это значит напрямую к Богу. Израиль — это значит 24 часа 7, у тебя есть контакт. Так я просто хочу вас ободрить, что Израиль — это не национальность. Кто был первым еврей, это был Авраам. Откуда? Из Ура Халдейского. Кто он там по национальности был, непонятно. Ну, по крайней мере, может, и национальности никакой не было, да? Халдей он или там еще кто-то. То есть это вообще не играет роли. Но когда Авраам пришел, там вот народы жили, они как бы названы, да? Все названы, все они исчезли. Если посмотрите, что на карте мира таких народов нет. Все. Им конец пришел, да? А кто останется? Так вот я вам скажу, что останется один Израиль. Но это не значит все евреи. Потому что, вот, понимаете, в нашем понимании евреи — это вот обязательно вот там с таким носом, там еще. Ну да, я имею право говорить, потому что я, хоть я и полукровка, но я, в принципе, имею непосредственное отношение. Но что хочу сказать, что имейте в виду, что вот эти все праздники, о которых говорит Яна вот сегодня говорила, вот можно долго говорить, но они актуальны для Израиля. Если человек не верит в Бога, если человек не верит в то, что он там, они для него бесполезны. Вот. А суббота — это вообще... То есть сейчас будет Йом-Кипур, да, когда сегодня-завтра, что-то я тоже уже потеряла, потому что я чувствую, что двое суток почти не сплю, поэтому мне что-то непонятно в голове, но... Йом-Кипур, вы знаете, да, наверное, что такое Йом-Кипур, вы не знаете? Это день суда. Это день суда. День суда, кому жить, кому не жить.